Сборная Казахстана по хоккею совершила очередную сенсацию в чемпионате мира. В четвертом матче группового этапа наши хоккеисты нанесли первое поражение лидирующей Германии. Первый период оказался сухим. Во втором казахстанцы открыли счет. Отличился ветеран дружины Александр Шин. До перерыва немцы установили равновесие, а затем со второй попытки повели в счете, так как одну из шайб судьи отменили. В завершающие 20 минутки капитан команды Роман Старченко наказал соперников буллетом за нарушение правил. Победная стала шайба Павла Акользина за 4 минуты до конца встречи. Подопечные Юрия Михайлиса набрали 7 очков и вернулись в заветную четверку. Победа стала первой в основное время. Немцы остались на первом месте с 9 баллами в активе. Мы поговорили с командой и сказали, что не надо отходить от своей игры. Мы должны продолжать то же самое делать. У нас хорошо получалось, мы хорошо играли полтора периода и практически сопернику ничего не давали делать. Спасибо ребятам, что они услышали это. И самое главное, они нашли внутренние резервы и перестроились, и очень здорово сыграли третий период. Просто здорово, самоотверженно, дисциплинированно, молодцы. Я горжусь ребятами, горжусь.